Что нового, Альтаир? Гарнье мертв. Тогда возвращайся в Масиаф и доложи о своей победе. Я хотел спросить. Тогда спрашивай. Или ты хочешь, чтобы я читал мысли? Как ты думаешь, что ему было нужно от этих людей? Он бы продолжил на них свои эксперименты? Ты должен действовать, а не спрашивать, Альтаир. Важно не что он делал и почему, а то, что он мертв. Но, похоже, он верил, что помогал этим людям. А это ли ты видел? Нет. То, что я видел, не было храмом здоровья. Скорее, боли. Тогда почему мы ведем этот разговор? Я не знаю. Забудь об этом. Уже забыл. Перемотка на более поздний участок памяти. Есть новости, Альтаир? Гарнье де Наплус мертв. Отлично. Впрочем, и новые результаты я и не ждал. И все же. Что такое? Доктор утверждал, что занимается благим делом. И на самом деле его пленники были благодарны ему. Не все, но достаточно, чтобы задаться вопросом, как ему удавалось делать из врагов друзей. Вожди всегда найдут способ подчинить себе других. Это и делает их вождями. Когда слов недостаточно, в ход идут деньги. Когда не помогают, и они используются угрозы, обман и прочее. Существуют растения, Альтаир, травы из далеких краев, лишающие людей разума. Наслаждение ими дарующееся так велико, что с их помощью можно поработить человека. Вы считаете, что эти люди были одурманены? Да, если все было так, как ты описываешь. Травы. Странный метод управления. Наши враги обвиняют меня в том же. Обещание рая. Они думают, что это сад, в котором вас ждут женщины и удовольствия. Что я одурманиваю вас и сулю вам райское блаженство. Они не знают правды. Как и должно быть. Но если бы они знали, что мы всего лишь хотим мира, то они бы не боялись нас, и мы бы не справились с ними. Ступай. Продолжай работу. Ты вновь повышен в звании, и тебе возвращена еще часть снаряжения. Мы поговорим, когда погибнет следующая жертва. Я! 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 Я!
Спасибо, сынок. Хотел бы я, чтобы мои дети были такими же храбрыми. Я расскажу им эту историю, чтобы они поняли, что значит быть героем. Убийца разбунтовался. Защититесь от неизвестности. Защитите тех, кого любите. Работайте и будете награждены. Талал обещает. Мы живем в непростые времена. Пищи мало, денег нет, но вы не обязаны склоняться. Для тех, кто смел и решителен, всегда найдутся возможности. Талал знает о ваших бедах. Он даст вам то, чего вам не хватает. А все, что он от вас просит, честный труд. Небольшая цена за достойную награду. Вам больше не нужно терпеть лишения. Любой, кто способен работать, может прокормить себя. Подходите, спрашивайте. Я расскажу, что может предложить вам Талал. Талал знает о ваших бедах. Он даст вам то, чего вам не хватает. А все, что он от вас просит, честный труд. Небольшая цена за достойную награду. Да отвяжись ты! Зачем ты сделал это? Вам больше не нужно терпеть лишения. Любой, кто способен работать, может прокормить себя. Подходите, спрашивайте. Я расскажу, что может предложить вам Талал. Кто знает, что готовит будущее? Что за беды могут прийти завтра? Защититесь от неизвестности. Защитите тех, кого любите. Работайте и будете награждены. Талал обещает. Тебе что-то нужно? Это было глупо. Надо прекратить это. Я тебе покажу. А почему же ты всегда надо? Мне нечего тебе сказать. Говорить со мной или со Всевышним? Решай. Ты не остановишь то, что он делает. Не остановишь. Что? Что он делает? Готовит их к путешествию. И куда же? Их держат на его складе. Когда придет время, их отправят в Акр. Где этот склад? И почему в Акр? Талал говорит мне лишь то, что мне нужно знать. Так безопаснее. Может быть, для него, но не для тебя. Глупый старик. Не трогай меня, пожалуйста. Мир тебе, Альтаир. Непростые времена настали нынче, а? У меня куча неприятностей. Мне нужно было расследовать исчезновение людей в богатом квартале. Но приспешники Талала меня заметили, и теперь мои дела плохи. Ты сможешь убрать их с дороги? Взамен я кое-что тебе расскажу. Пока ты не убьешь этих людей, я не буду в безопасности. Возвращайся с хорошими новостями. Эта вещь даже не продавалась. Она моя. Ты заплатишь мне за это. Как странно. Может, тебя заинтересует вот это? Нет? Ну, это далеко не все. Мама! Что ж, для больной, голодной и нищим... Дороги!
О, боже! Стража! Скорее сюда! Он только что убил как человека! Как это произошло? Чего, что тебе нужно, друг? Абсолютно! Добрый день! Здесь найдешь все, что тебе нужно, друг! Абсолютно все! Без господин, меня. У вас такой вид, будто вы что-то ищете. Здесь вы найдете все. Умоляю, поосторожнее. Но ведь этому должна быть причина. Будьте бдительны, друзья. Огонь войны пожирает дерево. Мира и покоя, Малик. Твое присутствие лишает меня и того, и другого. Что нужно? Аль-Муалим сказал. Сказал, что ты должен выполнить несколько заданий, чтобы искупить вину. Хорошо? Хорошо. Вот что я узнал. Талал торгует людьми, похищая иерусалимцев и продавая их в рабство. Его база на складе в башне к северу отсюда. Сейчас он готовит к отправке очередной караван. Я нанесу удар, когда он будет осматривать товар. Если я проскользну мимо стражи, Талал станет простой мишенью. Простой мишенью? Какой же ты самоуверенный! Ты закончил? Тебе достаточно того, что я узнал? Нет, но придется смириться. Отдохни перед заданием, подготовься. Можешь поплакать в уголке. В общем, делай, что хочешь, но только тихо. Перемотка на более поздний участок памяти. Я только помогал им, как помогли мне самому. Помоги мне. Пленив их, ты не сделал Спасибо. Ничего хорошего. Пленив? Я просто обеспечивал им безопасность, готовя к долгому путешествию. Путешествию? Они стали бы рабами. Хо-хо-хо. Ты ничего не знаешь. Ошибкой было приводить тебя сюда. Я думал, ты увидишь и поймешь. Я понял достаточно. Покажись. Ты хочешь увидеть человека, который привел тебя сюда? Ты не привел меня. Я пришел по своей воле. Вот как. А кто открыл дверь? Расчистил путь? Тебе не пришлось обнажать клинок против моих стражников, верно? Верно. Я все сделал сам. Шагни в свет, и я окажу тебе последнюю услугу. Вот я стою перед тобой. Чего ты желаешь? Спускайся. Это будет честная битва. Ну почему все надо решать насилием? Похоже, я не могу помочь тебе, ведь ты сам не хочешь помочь себе. Я не позволю ставить под угрозу мою работу. Ты не оставляешь мне выбора. Ты должен умереть. Это научит тебя не вмешиваться. Пропаться, прикончите его. Убейте его. Что с вами? Итальянский король и его армия неверных.
Они пошли против воли Бога, и они заплатят за это. Уберите его от меня! И страдания и боль остаются там, где проходят они. Они говорят, у них высшая цель какая? Неверство, насилие, безумие. Мы должны дать отпор любой. Прочь, неверный! Убейте его, уйди! Кальбурая! Убейте его! Ты не сможешь перейти! Кого-то сейчас убейте! На помощь! Дети! Стража! Не убивай! На помощь! На помощь! Отдавать! Отпусти меня! Помоги мне! Я тебе недобрый человек! Убейте его! С дороги! Больше тебе некуда бежать. Расскажи, что ты задумал. Я выполнил свою задачу. Братство уже сильно, и моя смерть не остановит его работу. Что за братство? Аль-Муалим не единственный, у кого есть планы на Святую Землю. Это все, что ты от меня узнаешь. Тогда мы закончим. Боги давно оставили... Молись своим богам. Давно оставили тех мужчин и женщин, что я брал себе. О чем ты говоришь? Нищие, шлюхи, наркоманы, прокаженные. Хорошие из них выйдут рабы. Дай мне выполнить самую простую работу. Я не продавал, а спасал их. А ты уничтожил нас, потому что тебе так приказали. Нет, ты наживался на войне, на поломанных жизнях. Да, ты так думаешь, закосневший в невежестве отгородил свое сознание от всего происходящего, да? Говорят, в этом вы мастера. Ты видишь в этом некую иронию? Нет, пока нет. Ну, увидишь. Я тебя поймаю! Альтаир, я рад видеть, что ты вернулся к нам. Как прошло задание? Дело сделано. Талал мертв. Да, я знаю, знаю. На самом деле весь город это знает. Ты забыл, что такое утонченность? Хороший ассасин заботится о том, чтобы его работе узнали многие. Нет, хороший ассасин держит все под контролем. Мы можем спорить о деталях сколько угодно, Малик. Но факт в том, что я выполнил задание Аль-Муалима. Что ж, иди. Ступай к старику. Посмотрим, чью сторону он примет. Мы с тобой на одной стороне, Малик. Перемотка на более поздний участок памяти. До самой смерти! Будьте бдительны, друзья. Шайтан всюду вокруг нас смотрит. Черт возьми! В чем еще дело? Странные показания термометра. Похоже, что анимус перегревается. Черт, ну почему всегда так? Сколько еще? Пока не знаю. Это неприемлемо, мисс Стилман. Я хочу получать отчет о работе каждый час. Дезмонд, это затянется надолго. Почему бы вам не прилечь? Отдохните немного. Что за черт? Здесь кто-то был. Похоже на какой-то код доступа.